27 апреля в Молдове отмечают День государственного флага и герба. Триколор стал официальным флагом Молдовы по решению парламента первого созыва. 27 апреля 1990 года депутат Георгий Гимпу первым поднял триколор над зданием высшего законодательного органа. Однако днем флага эту дату объявили только 20 лет спустя. В торжественной церемонии по случаю праздника принял участие президент республики Игорь Дадон. Он подчеркнул высокую значимость государственных символов нашей страны, таких как флаг и герб. Со времен Штефана Чел Мари под государственными символами проходят самые важные события нашего народа. Под этими символами мы участвовали в битвах, праздновали самые важные события. Перед этими символами государства мы даем клятву как руководители, как военные, защитники национальных ценностей. Всем гражданам Республики Молдова есть чем гордиться и есть за что бороться. Мы народ с многовековой историей. Мы обязаны сохранить эту землю для наших внуков и правнуков. И я твердо уверен, что мы сможем это сделать вместе. В заключение глава государства поздравил весь молдавский народ с этим праздником и призвал всех с гордостью чтить флаг и герб Молдовы.